До нашего вылета осталось 2 часа. Мы не могли не заехать на пляж с нашими ребятами из Узбекистана. Ребята, классно у вас эмиграция. По пути заехать на Карибы, поплавать, позагорать. Это пляж Плая. Один из лучших пляжей в Мексике. Сейчас найдем ребят и спросим, что они думают вообще обо всем этом. Как море? Море вообще прекрасное. В Брайтоне такого не видать. А какая сейчас погода в Нью-Йорке? Наверное, вчера сказали, был снег ночью.